Всем привет, меня зовут Алёша, и вы на канале Игротека. Всем привет, сегодня у нас супер крутая тачка. Silver Lead. Экзост Револьт. Непростая эта машина. Она на пульте, во-первых. Во-вторых, у нее как-то все там крутится, как-то поднимается. Переворачивается, я не знаю. Мы ее сейчас откроем, но не просто откроем. Мы сделали трассу огромную. Мега крутую трассу, да. И у нас будет задание. Нужно будет отсюда стартовать, проехать. И вот так по кругу. Да, и у кого это получится, тот самый крутой гонщик, да? Да. Ну да ладно, давай для начала мы ее откроем и посмотрим, что у нас там внутри. Вот отсюда, там инструкция. Давай я ее помогу тебе достать. Вот так, хопа. Ну или ты сам. Доставай. Вот она какая. Вау, вот это класс, смотри, колеса мягкие, кстати. Я думаю, да? Она едет быстро. Она едет быстро, так в этом весь и прикол. Нужно будет вот поехать, не слететь куда-то там. Пульт. Что еще здесь есть? Сначала надо ее вообще полностью. Да, здесь у нас батарейки и аккумулятор для самой машины. Хорошо, давай мы ее сейчас, тут она очень плотно привязана, нужно ее все освободить, поставить аккумулятор, батарейки и устроить нашу гонку. Достали мы нашу машинку. Вот она! Она очень быстрая. Очень крутая. Ну давай, включай. Включай пульт. Трансформируй ее. Она же может трансформироваться. Ой, опа-на! То есть она, получается, может быть как внедорожник, да? И как гоночная. Обратно трансформируй ее. Сейчас. Так. Опа! Вот! То есть она низенькая. Еще разок трансформируй. Сделай из нее высокую машину. Вот она! Ух ты, класс, ну-ка туда-сюда. Ух, смотри, робот такой, да? Ага. Вообще прикольно. А если бы она в разные стороны вот так крутилась? Ну, она, по-моему, в разные стороны и крутится. Ладно, ну что, проедь сюда, доедь. Медленно, она очень быстрая, а в гору заедешь? Ну-ка давай, в гору, я ее ловлю. Поехали, газу. Вау, мощная. Ну что, кто первый? Давай, я. Ее трансформируем. Во внедорожный режим. Так, ровненько все стоит. Подожди, стоп, старт. Это перед вообще, да? Да. Ну, наверное, перед. Ну, поехали, пробуй первый. Медленно, не скатись. Тормози. Ох ты! Все, хорошо, поворачивай. То есть вперед-назад. Так, чуть-чуть назад. По-моему, она у тебя застряла. Съехала. Еще одна попытка. Нет, давай вот отсюда, стоп. Все, поехали. Медленно. Ну, тут сюда поворачивай. Давай. Газку. Газку. Так, еще. Стоп. Теперь нужно повернуть сюда. Нет. Повернуть. Ну ладно, почти. Ладно, поехали дальше. По нашей супер трассе. Прямо. Едьте, все. Едьте. Так. В гору как она едет? Так, едет. Доехал! Поворачивай, пробуй. А что ты ее руками так, честно? Ну давай, поворачивай. Все, упала. Ну тут мы сможем проехать? Давай уж, ладно, доедем. Едем. Чуть-чуть газу просто. Все! Ну в принципе почти. Несколько раз руками. Можно я? Теперь я. Моя очередь. А потом я опять. Хорошо, так, я погнал. Я поеду в другом режиме. Так, трансформировались. Чуть-чуть нужно ее подровнять, чтобы она ровненько стояла. Ну, вперед. Сейчас упадешь. Нет, я на тормозах. Опа, заехал. Поворачивай. Мне кажется, я перепутал, где у нее перед, где зад. Вот. Так, куда крутиться-то? Вот сюда. Нет, она застряла. Нет, не застряла. Она хоть где проедет? Смотри. Она очень проходимая, да. Ровно. Поехали. Не падай! Стоп, отлично! Тихо! Все, я проиграл, достаем машину. Ну, с другой стороны, подожди, ты же доехал в итоге. Я тоже хочу доехать. Получится? До трех паданий. Давай, до трех паданий. Стой, да я сейчас упаду сразу. Мне надо... Тихо. Нужно научиться на ней ездить хорошо. Едем. Куда крутиться там мне? Так. Давай, газу. Ай, все, я подстрелял. Это второе падение, подожди. А сейчас
третье, если будет. Да, нет, я не допущу третьего. Поставим ровно ее. Нет, поставим ровно. Я ее сделаю низкой. Низкая, она более, как бы, ровнее, мне кажется. Ей проще управлять, нет? Да. Так, и поехали. Просто надо вперед ехать, и все. Так, тормоз. Теперь нужно повернуть, повернуть. И падай. Очень, очень. Тихо, 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 тихо. Подожди. И почти. В какую сторону? Вот так, да? Едем, 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 едем. Yes. Я доехал. Пробуй. Еще одна попытка у тебя. Это очень непросто, на самом деле, не управлять, да? То есть нужно научиться. Хорошо, смотри, как ровно спустился, да? Так, заруливай. Супер, вообще супер. Давай, 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 немножечко, немножечко. Гаску, гаску, гаску. Да не в ту сторону, гаску. Смотри, какая она проходимая. Она спокойно любые барьеры, да, проезжает. Поехали. И прямо сейчас просто вперед, ей. Так, 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 чуть-чуть. Стоп. Так, первое падение, где она? Да, вставай. Опс. Ладно, сразу ставим ее, как будто бы вот так и было. Все, поехали, да? Ну. Так, все, доехали, смотри. Очень просто доехали. Тут осталось нам развернуться. Туда-сюда, туда-сюда. Давай. Так, просто поверни вперед. Поверни колеса сюда. Назад чуть-чуть. Еще поворачивай сюда. Все, вот сейчас почти маленечко повернуть и доедешь. Вот сюда. Все. Еще чуть-чуть и газу, 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 доедет она. Хо-хо-хо. До трех раз надо. Да какой три раза? Еще раз, что ли? Ну, да, ладно. Ты еще. Ладно, и потом еще раз надо будет тебе и мне. Она сама скатилась. Смотри, что она творит. Она вообще очень проходимая. Все, она... Я первое падение, у меня первое падение, я еду отсюда. Я поеду все-таки в режиме вот таком, мне нравится. Опа! Сейчас проиграешь опять. Да не проиграю я. Подожди, я ее разверну, я не могу понять, где у нее перед, где у нее зад. Вот так, наверное, все-таки, да? Так, 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 едем. Надо научиться. Просто научиться! Ну куда я поехал? В другую сторону. Я перепутал педали, газ и тормоз. Ну, машина! Так, так, так. Но вообще, если по прямой, она будет очень быстро гонять. Так, 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 едет, едет. Смотри, она спокойно, спокойно карабкается, да? Нет, нет. Сейчас будет у тебя падение. Нет, не будет у меня никакого падения. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Не будет. Я уже почти научился. Газу, 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 газу. Так. Так. А, стоп, стоп, стоп. Разрешай, Боже. Смотри, чуть-чуть, чуть-чуть не наехал. Ладно, твоя очередь. Последний раз, едь ты. Нет, еще раз потом. Все, подожди. Давай, один разок и все, поехали. Так, ты в таком режиме. Вау, ничего себе, ты гонщик, куда ты поехал с такой скоростью? Сейчас. Это же невозможно. Назад чуть-чуть. Ага. Все, 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 первое падение, она подъехала. Смотри, какая она быстрая. Да. Она, по-моему, я не знаю даже, с какой скоростью может гонять. Давай, поехал. Я ловлю! Куда? Машина! Все, машина у нас уехала куда-то. Очень-очень быстрая. Давай. Снова отсюда. Едем отсюда. Так. Ты готов? Поехали, 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 поехали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Оу! Я доехал. Да не доехал. Два падения. Так. Все, теперь нужно развернуться тебе здесь. Туда-сюда, туда-сюда. Все. Все, теперь чуть-чуть едь-едь-едь. Прямо, просто прямо. Заехала, ты видел? То есть она вот так как-то прям закарабкалась. Да жу, как-то непонятно. Ладно, сюда ты заехал. Хорошо, я тебе поставлю ее прямо. Все, поехали. Прямо, 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 прямо. Смотри, она даже вот так может проехать, да? Смотри, стой. Давай попробуем. Все, ты проехал, молодец. Вот если вот так она проедет, в какую сторону надо сейчас? Стоп. Надо три раза до сюда приехать. Подожди, подожди. Проскочит? Нет, одно колесо идет мимо. Проскочит. Ну-ка, давай. Спокойно, вообще спокойно. Но там огромное колесо. И еще я еще раз хочу ее... И потом я еще раз. Проедет. Отсюда. Заедет она вверх еще разочек. Ай, мимо. Надо ровно поставить ее. Заезжает. Она свободна.
То есть даже не с разгона ступеня. А потом ты заново будешь... Ты видишь, она буксует. Карабкается, да? Очень мощно, да? Ты видел? Вау, я повернул не туда. И сейчас ты отсюда еще раз. Спокойно, вообще спокойно. Стой, в какую сторону? Вот так. Пусть будет это перед. Так. Тормозит классно, да? И потом я еще раз. Смотри, как тормозит. Так, как будто бы застрял. Но на самом деле нет, баба. Она спокойно может вырулить. Ну вообще легко. Первое падение. Ну ладно, первое падение. Поехали. Мне главное, говорю, научиться управлять ей. Так, вот она приехала. О! Да! Все-таки я не смог. Разгоняется за секунду. Второй. Второе падение. И вот здесь мы. Нет. Вот так. Да. Спокойно, медленно можно потихонечку заехать, да? Да, вот машинка! Я не могу сориентироваться, в какую сторону? А я уже могу. Ну ты молодец, а я нет еще. Третий раз еще доехать и все. А мне еще последний раз. Надо будет. В общем, вах так. Нет! Все, я доехал. И классно затормозил. На, последняя у тебя поездка. Давай. Вот ты! Что тебе съехал? Ты уже, я смотрю, научился немножко, да, гонять? Ну, смотрю, и правда научился. Ого! Ничего себе! Стой! Почти, смотри, она почти выкарабкалась. Ну, поехали. А-а-а, поймал, еще разок отсюда. Да ты не можешь, ты так гонишься. Последний раз. Я доехал. Ну, почти доехал, давай. Доезжай спокойно. Я ее, если что, ловлю. Так, спокойно доехал. Так, почти развернулся. И что? Ну и все, и газу! Ну, поехали! Чего ты остановился? А, тебе понравилось туда-сюда, да? Ого! Ничего себе! Круто! Ладно! Где машина? Надо ее сюда пригнать, я сейчас приеду на ней. Она тут нам все сломает сейчас! Все! Она очень-очень быстрая, держи! Очень классная и очень быстрая. На, тренируйся. Классно, поиграли, всем пока. По-моему, ты не собираешься останавливаться. Ты будешь гонять. Там уже досуда почти. Всем пока, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.